Всем привет! Привет! Извиняюсь. Я, да-да, именно я, самый знаменитый художник, сюрреалист. Ну как сюрреалист? Я сюрреалист и не сюрреалист одновременно. Ой, знаете, это так все запутано. В общем, я Сальвадор Дали. Я очень сильно люблю выделяться из толпы. Я не люблю идти по всем прописанным правилам. Мне это не интересно, это вообще очень скучно, да. И вообще смысл жить, если ты идешь по течению. Этого даже не надо делать. Но знаете, вот это я прыгаю, там разговариваю слишком много, танцую, бегаю. Но знаете, оно иногда даже немножко надоедает. И честно, я даже не знаю, что мне делать, потому что я на самом деле очень добрый. Я хороший человек. Я даже решил пойти в религию, представляете? Мой отец был неверующим, атеист он был. И я с самого детства считал, что религия — это женское вообще дело. Но все равно я очень нуждаюсь в Боге. Я даже не знаю, что мне делать, честно. Я, имеющий власть, Ирод Антипа, черт это власть, имею власть. Ну как я понимаю тебя? Как я понимаю тебя, Сальвадор? Я так же поступаю. Чего не хочу, то делаю. У меня есть помощница, жена и Радиата. Есть дочь, Соломея. Но когда мы взываем Господу, то Господь дает нам второй шанс. Все остальное вы узнаете на уроке 12 часов.